Эти шампуни очень хорошие. У нас похвалил сам клиент. У него псориаз. И он сказал, что они такие классные. Но они вкусно пахнут так. Это продукты Капас. У всех почти что pH 5,5. 5, короче. Ну, короче, очень классные шампуни. Они недорогой сегмент, но... Ну, короче, пробовали их. Да. А где у нас тут уборку я буду делать? Подметать, короче. Вот такая. Мы сейчас разговариваем с одной клиенткой, которая пришла. Гульфия ее очень сильно ругала. Та же Гульфия мотикнула, да, Загирова? Да, от души. От души. Но ты не стал себе давить. Она замолчала в итоге, получается. Пришел клиент, который начал предъявлять. Вот. Сама ошибку сделала. А решила на нас валить, короче. Короче, она жадничает на этих масках, жадничает на продукции, а сама делает химию, конечно, у нее волос как мочалка. А когда мы ей начинаем предлагать, она что-то вы мне суете. Все. Это хочу сказать, когда вы приходите к мастеру, если вы не доверяете мастеру и говорите, а это вредно, а это не вредно, а это можно, а это нельзя, все, в этот момент вам мастер может напортачить на голове. Ответственность отдаем каждому за его голову, да, у всех желание пазл сходится. Не мешайте мастеру работать с вашей головой. В этот момент, Загир, просто отказаться от такого. Да, или, да, я сразу сказала, я с такими клиентами не работаю. Я работаю только с теми клиентами, которые мне полностью доверяют. Если ты не доверяешь мне, значит, тебе здесь делать нечего. Все, с тобой до свидания, на выход. Да. Вот так мы работаем, ребята, с клиентами, вот так мы работаем.